Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Ну что же, мы продолжаем с вами играть в игру «Железный десант». Как вы помните, мы прошли с вами первую миссию на новой планете ледяной. И давайте смотреть, что же будет все-таки у нас дальше. И я даже вот не знаю, за кого мы будем играть. Наверное, сегодня возьмем все-таки танк с вами. Давайте мы уберем Роя и возьмем танкистов. Марк Икс. Так, очков у нас нету, да? Нету. Поэтому пускай они будут. Ну что же, у нас открыт новый уровень. Какой еще новый уровень у нас, я не понял. Ну, это мы и так знали, так что здесь ничего для нас нового нету. Ладно, у нас следующая миссия, ребята, вот она. Космические захватчики, называется инструктаж. Рад растягивает технику к столице Иягар в преддверии штурма. Климат здесь крайне негостеприимный. Все озера покрылись толстым прозрачным слоем скользкого льда из-за сильного ветра. Мы должны уничтожить эти машины, несмотря на такие сложные условия. Найдите и уничтожьте парк техники Рад. Ага. А для чего нам, интересно, сказали насчет толстого льда? То есть нас будет сносить ветром, что ли? Мне почему-то вот кажется, именно насчет этого они и намекали. Преграды мешают прямым атакам, например, выстрелам снайпера. Уничтожьте беспилотный автомобиль РАД. Даже вот так вот. Ладно, хорошо, я попробую его уничтожить. А я что здесь, без главного своего командира должен играть? Эй, ребятули, ну так же нечестно. Ребят, мне не дали танк Марк Икс, представляешь? А вот это что такое? Что это такое странное? Уничтожьте главный завод РАД. А, вот, нормуль, все, ребят, все хорошо. Так, ну для начала нам нужно, знаете, что сделать? Сделать радар. Вот, территорию мы с вами открыли. Что-то за гаврики. Значит, нам показано двигаться наверх. Ну, естественно, ребят, тут у нас конец карты. Но прежде чем выдвигаться, давайте-ка возьмем, наверное, с собой кого-нибудь. Я думаю, что здесь нам нужен будет стрелок. И на всякий случай я возьму вот этих вот защитников, стражей. Ну что, я думаю, пока... А, еще можно кого-то взять? Хорошо, давай возьмем тогда... Ну, вот этих вот ребятулек. Они против зданий довольно неплохие. Ну что же, давай выдвигаться, посмотрим, что нас будет там поджидать. На всякий случай, мало ли, если кто-то, ребят, у нас... Оу! Так вот, сразу же. На всякий случай мы здесь с вами поставим защиту от вражеских атак. Мало ли, кто-то здесь у нас попрет. Давай, разносим, ребятулечки. Давай вот так, идем. Тихо ты. Я не могу понять, а почему они такие крепкие? Даже мой герой не может их просто-напросто пробить. А ну-ка, давай так сделаем. Хорошо, мы здесь поколупали. Я понял, мне нужно идти наверх, это понятно. Так, а это что у нас такое? А, это вот так вот выглядят базы врагов. Ха-ха, ну-ка, давай-ка. Ядовитую эту, как говорится, вызовем. Ядовитый туман. Так, погоди-ка, защитники, вы должны стоять здесь. Что вы делаете, а? Ну-ну-ну-ну-ну. Базы как будто здесь и не было. Так, а мы захватить можем здесь? Можем, поэтому захватим. Я надеюсь, мне здесь маленькую базенку откроют или нет. Давай подождем, посмотрим. Они прут оттуда, с той стороны. Это говорит о чем? О том, что, скорее всего, у них там... Ага. У них там база. Мне почему-то так кажется. Сейчас расстроимся здесь по-быстренькому, да? Ага, и трвата не хватает у меня для того, чтобы... Во, давай радар. И вот мы сразу видим. И вот мы сразу видим, что, где и кто находится. Это база, я так понимаю, да, ихняя? Пойдем проверим. Или не база? Нет, ребят, это не база, не шиша. А как они отсюда вообще могли? Воу-воу-воу-воу, тут что-то уж больно как-то жестко. Давай защиту ставить, пока не поздно. Продвигаемся, короче, в этом направлении. Хотя мне показывают, туда надо идти. Но я хочу... О, интерват, забираем его. Давай сюда на прикрытие иди. И вы тоже, девчата. Так, дальше давай-ка вон туда будем продвигаться. Прут просто со всех сторон, а? Охламоны.
Ладно, этих мы разнесем. Замечательно. В первую очередь всегда у нас выходит главный персонаж, главный наш герой, потому что он может воскреситься. Поэтому для нас выгоднее лучше его потратить. Но не злоупотреблять, естественно, ребят. Оу, воу, воу. Смотри, что происходит. Со всех сторон они прут. Со всех абсолютно сторон. Нет, мне кажется, вот этого парня надо оставить здесь. Да что ж такое-то? Что у них там наверху? Медом, что ли, намазано? Они уже и даже здесь нападают? Ого! Дай-ка сюда, наверное, вот так вот. Бомбардиров вызову. Они очень быстро сносят нам защиту, ребят. Очень быстро. Поэтому надо вот сюда поставить вот такую штуку. Вот. Ага, работает. Так, ладно, пока. Ты посмотри, что происходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, нам нельзя, ребята, здесь медлить. Нужно как можно быстрее двигаться. А то все здесь как-то очень печально для нас может закончиться. Давай вот так поставим с вами. Всегда надо быть под защитой. Так, двигаемся. Выдвигаемся. Вон они, ребята. Ого, армадушка-то здесь. Давай-давай. Ядовитое облако. Вызовем еще вот этих ребят наших. Пускай тут разносят. Нифига тут! Ёкл... Это... Оу! Тихо, фу, я уж подумал, ребят, сейчас герою хана будет. Нет. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ребят, давайте как-то, я не знаю. Тут что-то вообще какой-то ж... Прикинь, они просто разнесли мне командира моего. Танк снесли к ядре нефени. Обалдеть. Теперь у меня... А, ну мы половину здоровья отняли. Да, у главной вот этой базы. Вот эту же базу нам нужно уничтожить, ладно. Давай быстренько наклепаем отряд. Только вот кого бы здесь нам взять лучше. Давай возьмем огнеметчика. Вот сюда его поставим. Огнеметчика, так, погоди. Давай, Марк, выходи. И будем брать, наверное, вот этих вот, ребят, телепатов. Смотри, что происходит, а. Оу, и тут со всех сторон понеслась армада. Это почему? Че так жестко-то? Смотри, разносят. Ого, ага, отойди. Блин, взорвали. Тут как-то очень сложно. Ты посмотри, что происходит. Погнали, попробуем. Я не знаю, что тут получится. Так, отойдите оттуда. А, они у меня не могут, что ли? Не могут. Я понял. Ядрить тебе на корень. Куда он побежал? Так, у нас тут база-то. Тут база пока нормальная. Целая, здоровенькая. Ёлки ты палки. Давай-ка вызовем своих парней. И продвигаемся, продвигаемся туда. Нам нужно уничтожить вот эту вот главную базу. Давай-давай, трави-трави-трави. Ах, она еще и захиливается. Она, ребят, захиливается со временем. Ты понял? Давай-давай, жарь. Ну что, ну давай-давай. Да не надо на юнитов отвлекаться, блин. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Тяжко. Нам здесь будет тяжко, ребят. Давай попробуем взять великана. Так, защиту ставить надо. И турелечку. Ну что, попробуем? О, уничтожили. Как-то надо двигаться, блин, я не знаю, ребят. Как-то быстрее нужно уничтожить. Отхилилось, почти отхилилось, ребят. Да ты посмотри, там бесконечно. Бесконечности какая-то там прет. Давай хотя бы травить их, что ли. Хо-хо-хо. Ну это просто нереал какой-то. Как тут быть? Я не могу уничтожать вот эти вот фиговины, которые, видимо, лечат. Давай, уничтожай. Бомби по базе. Страж, бомби по базе. Есть, он бомбит, ребята. Может быть, сейчас разнесем.
Если у нас здоровья хватит. Е! Ух! Я говорил, надо было громилу брать. Вот он эффективен. А так-то, конечно, бесконечно тут плодить армию. Так, и мы получаем с вами достижение. Новое суперсолдат. Плюс 500 к опыту. Синие стрелочки показывают, куда нужно идти, чтобы достичь цели уровня. Ну, это понятно. Это мы и так знали уже давно. Причем нас этим не удивить. Ага, так. Давай посмотрим, что у нас, ребят, доступно. 1030 материалов. Так, что вот это такое? Боевой модуль сбрасывает кластер бомб при смерти. А что такое боевой модуль? А, это, скорее всего, наша турель. По-моему, так. Ладушки, давай-ка. Пилот меха меньше ждет восстановления своего меха. Вот так вот, да? Нужно, ребята, все улучшить. Так, а здесь дух последнего Империя в отряде продолжает сражаться и после его смерти. Вот это, кстати, пригодится. Сколько у нас? 130 очков. Все, больше мы ничего с вами приобрести не сможем. Так, посмотрим здесь. Приобретать надо, хотелось бы, бомбардиров, но их нет, поэтому возьмем с вами вот этот вот. Тоже очень годная вещь. И, наверное, этерваты возьмем. Это энергия наша. Так, и у нас два достижения, которые мы сейчас тоже с вами заберем и что-то за них получим. Например, 100 материалов. И что, где еще? И еще 150, итого 250, да? 250 материалов, и было 100, то есть 380. Слушай, мы, наверное, можем что-то приобрести. Ну-ка посмотрим, 380. Так, это что у нас такое? Удваивает время оглушения от гранат, которые кидают огнеметчики. Ага, понятно. А это увеличивает урон, наносимый боевым модулем при ударе о землю. Ну, это турель я вызываю, да, она падает и наносит урон. Турели, конечно, надо бы прокачать по полной программе. Так, удваивает дерваты, полученные при распуске. Нет, это нам не надо. А вот это что такое? А, это снайперы. Ну ладно, давай вот это тогда выучим. Все, ребят, ну что, наверное... А, погоди-ка, у нас еще вот тут вот есть. Фулка. Просто по фулке прокачан у нас Марк X. И, наверное, можно переходить на следующую миссию, да? Но я думаю, что есть смысл, ребят, сыграть какую-то второстепенную задание. Ну-ка посмотрим, например, здесь. Гар докладывает, что несколько отрядов РАД приближаются к трем удаленным деревням в горах. Они могут атаковать в любой момент, так что мы должны немедленно отправить войска, чтобы защитить деревни. Защитите каждую деревню от атак РАД. Защитите деревни от набегов РАД. Должна уцелеть хотя бы одна хижина в каждой. В каждой, ребята, я так понимаю, деревне. Ну что ж, давай попробуем. Вдруг у нас получится, получим с вами бонусы. Так, мы с вами начинаем вот с этой деревни. Защитите западную деревню от рад. Должна уцелеть хотя бы одна. Ага, я не могу здесь ничего строить, да, базу? А, нет, могу. Могу, ребят. Значит, они начинают вот отсюда идти. Так, здесь кого? Давай вот этого осколочника наймем. Ага, вот так вот мы можем, да, делать? Сколько их максимальное количество? Два. Понятно, двоих только могу вызвать. Куда нам лучше идти? Давай сюда съездим, посмотрим. Просто заглянем. Так, а здесь, по-моему, ребят, конец карты. Тут тупик, тут никого не будет. Нам нужно куда-то направляться вон туда. Оу! Я теперь понял, ребята. Очень быстрые и хрупкие у них домики. Потому что ледяные юрты, ё-моё. Или же я просто должен здесь стоять и защищать. И мне никуда не надо выдвигаться. Может быть, даже и такое быть. Скорее всего, так оно и есть. Мне не надо, ребят, никуда выдвигаться. Я просто должен стоять тупо здесь и выжидать время. Здесь мы сделаем вот так вот на подходе, чтобы эти уродцы у нас получали урон. И вот сюда вот поставим. Вот так вот у нас будет здесь, ребят, стоять линия защиты. Так. Ну эти-то, ребят, конечно, тут будут наяривать, будь здоров. Хотя там карта еще выше куда-то идет, поднимается. Может быть, мы здесь, когда с вами защитим,
Ага, вот, они сами пошли. Теперь, значит, вот эту деревню мы должны, да? Рат атакует с севера. Должна уцелеть хотя бы одна хижина. Я понял, понял. Но здесь уже нету этих. Ах ты, ядрить тебя на корень. Все, все, я понял. Здесь мы... Хм, погоди, а на ту деревню нам уже плевать, что ли, или как? С севера, вон они идут. Давай сюда турель влепим. То есть, на эту деревню, я так понимаю, никто не пойдет. Надеюсь, что никто не пойдет. Так, давай-ка иди сюда. Турель, выйди-ка сюда вот. Прикроешь, если что, нас. Лучше, мне кажется, вместо вот этих вот взять, знаешь, кого... А, не получится, давай вот так вот сделаем. Лучше нам защиту. Лучше нам, как говорится, брать защитник. Опа! А с какого вдруг перепуга-то, эй? С севера, ну правильно, с севера. Они могут и с этой точки ползти. На то он, ребята, и север. Ладно, ждем, стоим. Три штуки взрываются, насколько я помню, да? Нет? Ага, взрываются, и они потом восстанавливаются. То есть, как небольшое подспорье, это хорошо для нас. Ну ты будешь взрывать-то? О! Давай-ка облачко выпустим, ядовитое. Пускай потравится маленько. Опа, это кто там поманул сейчас? Снарядик вызвал. Все, я понял, это фаеры вот эти вот. Големы огненные. Ну, мы все под защитой пока стоим. Нанесли немножко урона домику этому. Вот эта деревня, все, ребят, за нее можно не волноваться. То есть она как бы отстоит свои права. Они все идут с севера. Поэтому будем с вами, скорее всего, двигаться. А, а тут все, тут конец карты, смотрите. Я так понимаю, это, наверное, последняя, ребят, волна будет. Последние юниты, которые будут выходить здесь. Ха-ха, прикольно. Так, давай-ка мы тебя поближе сюда. Что там, как-то у нас плохой тут обзор. Никого мы не видим. А они почему-то по нам, гаденыши, стреляют. Вот так вот постоим лучше, да? Ну-ка. Звездный десант. Давай сюда зайдем немножко, посмотрим. Все, ах, мы с вами, ребята, передвигаемся на новую точку. И здесь 4 домика. Конечно же, будем сразу вот так вот делать. Так, давай, 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 родные мои. А где робот-то мой? Не понял я. Немножко для меня это странно. Моего же этого киборга же не разнесли, не убили. Как, почему мы не... Почему-то мы не можем этого сделать. Слушай, хорош там уже буянить-то. Так, нужно сюда охранниц подозвать, чтобы они делали защиту на мой танк. И в то же время здесь нужно как-то держать оборону. Так, давай-ка мы их сюда перетащим. Всех причем. Вот так вот мы будем стоять. Ага, снизу идут. Я понял. Слушай, а может быть отсюда уже никто не пойдет? Может быть мне действительно вот сюда надо всех переместить? Я боюсь просто рискнуть. Вдруг они отсюда пойдут невзначай и разнесут домики. А у нас задание должно остаться хотя бы одно здание, хотя бы одна хижина. Если этого не будет, мы проиграем. Блин, все-таки стойте... Нет, давай мы так сделаем. Вас сюда. А железный десант будет вот здесь. Опа! Ты понял? Ты смотри, что происходит. И мы их еще и не видим, да, при этом всем? Вот тебе и незадача. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это да, вот это хитро было. Снизу взять. Так, взорвется сейчас, наверное, да? Причем взрывается и наносит урон всем. Офигеть. Вот, о чем я вам говорил. Офигеть, они со всех щелей выползают. Блин. Не было печали. А домики не восстанавливаются. Вот что я вам могу сказать. Так, и тут не хватает у нас ресурсов. Ой-ой-ой.
То есть у нас вот этот вот домик, скорее всего, только должен остаться в живых. Эти все, наверное, расколбасят. Отбились, да, кажись? Вон они, прут. Давай, танк, быстрее. Оу, щит. Давай, все бомбим. Ты понял, как они меня обманули? Со всех сторон просто-напросто начали выходить. Это нечестно, я считаю. Пошли. Этот хотя бы, ребят, замораживает. Это уже большой плюс для нас. Он когда попадает во врага, вот этот вот чучок, он его замораживает. Сколько их? Тут даже непонятно, сколько нам нужно еще простоять или продержаться. Защитница почему-то... Оу, тихо, идет. Так, давай, ребятушки, я на вас надеюсь. Поехали, пока здесь все чисто. Турелечка. Блин, да где же... Я боюсь, в конце пойдет такая волна со всех сторон, что... Я не могу, понимаешь, еще юнитов где-то раздобыть. Вот сколько у меня есть, это лимит, все. Блин. Че? А, все, кажись, да? Или не все? Все, ребята, победили. Напряженно было, если честно. Каждый приобретенный навык башни также увеличивает ее здоровье. Фух. Так, ну посмотрим, что мы с вами. 780 материалов у нас есть. Так, давай, наверное, мы... Давай выучим. Так уж и быть, еще... А, нет, вот сюда еще можно. Оглушение гранат, пускай будет. Так, а тут у нас 370. Приобретаем с вами вот эту вот мину-ловушку. Фух, ну что. Так, у нас есть одна дополнительная миссия, но я думаю, что нам надо вот сюда перейти. Игра рогов. Или рогов. Могучая укрепленная стена отважных воинов Фенгар народа Гар попала в руки Рад. Помогите королю Гар добраться до рога войны, чтобы он призвал всех своих воинов Фенгар. Как и следовало ожидать, этот рог находится в самом центре главной крепости. Защищайте короля Гар, пока он не доберется до рога войны. То есть это получается у нас, ребята, миссия сопровождения. Скорее всего, она так и будет. То есть будет идти король. Ну, у нас были такие миссии, такие уровни. То есть это для нас не впервой. Вот он, король. Причем король довольно здоровый. Уничтожьте ледяную преграду, чтобы расчистить путь для наших войск. Так, нажмите, чтобы прицелиться. Эти огромные куски льда не позволяют нам пройти. Прицелиться вручную, чтобы их уничтожить. Однако помните, что они также мешают пройти и врагам. Король... Ага, король здесь как... Тоже как юнит у нас получается, да? Так, подожди, я же... А почему не можем мы пробить? Ага, все. Помогите королю Гар добраться до центра крепости живым. Это что такое? Это враги! Король, ты куда прешь? Стой лучше позади. Не будем, как говорится, рисковать. Потихонечку будем продвигаться с вами. Ага, он бросает какую-то ледяную глыбу. Я заметил, этот король. Наша цель — дойти до рога, чтобы он смог в него подуть. Ну и, как понимается, призвать всех своих союзников. Так, а куда нам дальше? Сюда идти или... Тихо, не надо. Мы сможем вот это... Ага, вот так вот. Мы можем, ребята, здесь с вами. И еще и поставить стражников. Gun One. Поехали, Gun One. Давай-ка, ребят, своих вызовем, они тут быстренько сейчас... Не понял, а кто там? Кто там сверху-то бомбит еще, а? Отойдем. Вот они эти големы. Големы огненные. Травим их, конечно же, травим. Так, секунду, а это что показывает мне? Что это такое? А, это портал у них тут еще оказывается. Вот они откуда перли.
Этого у меня нету. Ресурсов, к сожалению, нету. Так, давай сюда продвигаться потихонечку. Что ты стоишь там, а? Вонючка, смотри. Мы будем стрелять-то по этой фигне или нет? Так, хорошо, подбили. Давай двигаться, выдвигаться. Вызовем турель. Да и своих ребят, пускай они тут разбираются. Слушай, а мы можем вот это захватить под свою базу или нет? Так, король, король, отходи. Фига у него, ребят, здоровье-то уменьшается? Да, мы захватили с вами эту точку. Это уже хорошо. Это уже хорошо, ребята, это очень хорошо. Блин, у нас не хватает ресурсов. Они копятся потихоньку, но не хватает все равно пока. Давай радар поставим. Ага, портал рядом. Вражеский, надо его уничтожить. Так, король, уйди оттуда вон, нафиг. Мало ли там чего. Так, давай-ка вызовем стражника ледяного. А, погоди, а почему портал-то со всех сторон? Порталы, я не могу понять, почему вот эту вот фигню мы не можем с вами подбить. В чем проблема? Странно как-то. Странные тут, ребят, дела происходят. Ну, чикай, мина. Не хочет, ребят, бомбить она. Давай тогда, наверное, ракетную поставим установку здесь. На всякий, блин, случай. Король, ты достал. Вот что ты прешь-то все время вперед, батьки-то? Я не могу никак понять. Уйди! Да... Вот в этом, ребята, большая проблема. Что управлять тяжело ими. В этой куче, например, надо выбрать тебе одного юнита. С этого берется другой. Так, можем? Можем еще одного стражника вызвать. А третьего? Третьего нет. Так, защита. Защита у нас тут сделана. Все это сделано. Давай теперь, наверное, юниты. Не могу вызвать, потому что у меня лимит. Погоди, а зачем я сюда припер? Тут тупик. Показывают, теперь надо идти в другую сторону. Зачем я тогда сюда шел? То есть это мне... Погоди-ка, а как я туда должен пройти? Вот снег, ребят, вижу. Вот этот снег нужно нам пробить. Понял, там нас ожидает засада. Ну-ка, дай-ка. Ну, смотри, смотри, он невидимый какой-то. Смотри, его не видно. А куда он бежит? Попался, дуралей. Он что? А, он возрождается. Вот это хорошо. Так, надо опять же защиту ставить. Давай пробиваем здесь проход. Чем мы стоим-то, я не могу понять. Чем мы ничего не делаем? Эй! Прицелиться надо, да? Вот так вот. Хорошо, двигаемся, выдвигаемся, ребята. Короля, наверное, тоже заберем на всякий случай. Не будем рисковать. Порталы, порталы. Ой-ой-ой-ой, почему у меня юниты горят? Это вот эти вот чувачки их поджигают. Точно я вам говорю. Давай так вызовем наш спецназ. Мы с вами попали просто в какую-то кабалу. У короля здоровье восстанавливается, это хорошо. Да что ты... Так, давай здесь вот попробуем вызвать. Слушай, они достали меня там сверху уже. О-о-о-о, псы бегут, псы бегут. Ватные они, это хорошо, это нас спасает. Так, продвигаемся сюда дальше. Турель моя хорошо там защищает. Очень даже замечательно. Блин, вместо вот этого, мне кажется, надо брать не огнеметчик, а воздушную. Потому что тут вот эти вот юниты прилетают. Что там показывают мне? Показывают, что все очень плохо, да? Вызываем тогда вот этих вот стражников. Так, давай двигаться далее. Самое главное не... Не уследить за тем, чтобы... Точнее, уследить за тем, чтобы нам не подбили нашего короля. А где у меня еще отряд? Погиб. У меня, ребят, погиб отряд. Поэтому мне и дали двух этих стражниц на призыв. Давай, наверное, тогда еще вызовем двух. Вот здесь вот мы их поставим. Пускай стоят.
А эти будут у меня вот здесь вот защищать. Так, подтянем. Как ты медленно идешь, давай быстрее. Вот сюда тебя поставим. Я думаю, что здесь нормуль, все под контролем, все хорошо. Щиты все полностью работают. А почему? А, нет, они вдвоем здесь. Ладно. Где глыбы? Вот они, ребята, глыбы очередные. Уничтожаем, пробиваем. Так, подтягивайся, девочки. А вот, ребят, скорее всего, тут и база ихняя последняя. Проверим сейчас. Нахрапом буду брать. Вызывать, ребят, естественно, своих спецназовцев. Свою группу поддержки. Поехали. Расколбашиваем по-быренькому их тут всех. Портал. И они начинают со всех сторон лететь. Сразу же причем. Ай-яй-яй-яй-яй. Девочки, давайте быстрее, идите. Так, идет захват, да? Захват идет у нас. Так, а вот эту... Погоди, погоди, не-не-не-не-не, я не хотел ничего продавать. Вот этого дрона надо уничтожить. Такое ощущение, что он просто следит за нами. Уничтожает, уничтожает эти. Так, мы вот это не добили, добиваем. Все, а, это у нас база, мы с вами можем здесь немножечко расстроиться. Поэтому давай строиться, конечно же. Так, радар. Вот. Сразу довольно-таки неплохой обзор у нас появляется. Смотри, что тут происходит. Вот жесть-то здесь. Нормуль, справляются. Так, тихо, вот этот домик бедный, наверное, сейчас отдуплится. Жаль, конечно. Но у нас нет времени на сострадание, нам нужно двигаться дальше. Так, захват. Погнали. Еще один юнит у нас может быть. Да это хорошо. Чем больше юнитов мы с вами заберем, тем лучше для нас. Смотри, куда они прут. Они хотят зайти на эту базу у меня. Ой-ой-ой, надо что-то предпринимать. Давай, наверное, вот так вот поставим с вами. Чтобы от воздушной атаки защищал. Ой-ой-ой-ой-ой, там как-то расколбас-то идет, не по-детски. Так, ладно, выдвигаемся сюда. Какой-то бред уже идет. Так. Огнеметчик, давай переоборудуйся вот в этого вот. Так будет эффективнее, я думаю, да? Захват. Захват Этерват тоже забираем с вами. И поехали далее. Где их главная база, я никак не могу понять. Мы идем, идем, идем. А, Рок, вон он, Рок. Ёпрсте. Нам надо дойти до Рога, это наша главная задача. Она находится на вражеской базе, да? Нас предупреждали об этом. Так, ты дойдешь, король, до Рога, как думаешь, или нет? Как тебе дойти-то надо? Здесь или там в обход? Фиг поймешь. Для меня непонятно это немножко. Вот он дошел все-таки, молодец. Давай, дуй. Ну. Ух ты, нифига тут. Они сами, ребят, я ничего не делаю. Просто расколбасили все. С такими дубинками, да, энергетическими вышли. Слушай, я думаю, что эти ребята нам будут доступны уже будут в следующих миссиях. Вот эти вот новые юниты. Скорее всего так. Оп, мы с вами пробираемся куда-то сюда. Тут какой-то, вот смотрите, скелет какого-то динозавра, видимо, пещерного, доисторического. Ну что, дорогие мои друзья, мы, наверное, на этой ноте с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. А мы увидимся с вами вскоре в новой, следующей серии по этой игре. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.